крае с июля начнет действовать особый противопожарный режим. Продлится он до 15 сентября и включит в себя опашку поселений и полей, создание минерализованных полос вокруг лесов, а также постоянный контроль со стороны спасателей. Поручение об этом дал Владимир Владимиров. Как написал губернатор у себя в телеграм-канале, главы территории будут ответственны за уборку мусора и покос травы на муниципальной территории. Также Владимиров призвал всех жителей Ставрополья соблюдать правила противопожарной безопасности. В 9-й школе села Высоцкого в этом году оборудуют точку роста. В учреждении отремонтируют кабинеты биологии, химии, физики и информатики, сообщили в региональном министерстве образования. Также в школе создадут кабинет проектной деятельности. Оборудуют точку роста благодаря нацпроекту образования. В станице Курской капитально отремонтировали дорогу на улице Маяковского. Там обновили 1,5 километра проезжей части, укрепили обочину, установили знаки и нанесли разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы прошли по краевой госпрограмме развития транспортной системы. Всего в этом году в Курском округе приведут в порядок более 40 километров дорог. В Новопавловске благоустроят участок улицы Красной, расположенной возле городского рынка и районной больницы. Там обновят тротуары, обустроят парковки и установят скамейки, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Работы проведут по краевой программе развития жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.